В Красноармейске праздник. На минувшей неделе в местном ДК отмечали 25-летний юбилей, пожалуй, самой известной организации района – Центра беженцев и вынужденных переселенцев. Он открыл свои двери в феврале 1994 года. За 25 лет очень много человек побывало в нашем центре. Он стал частичкой их судьбы, стал их домом. Для кого-то, может быть, на один год, для кого-то на целых 20 лет. Поэтому достаточно серьезное достижение наш центр добился. Вот люди до сих пор проживают в нашем центре. Вот все условия для них созданы. Это обеспечение питанием, проживанием. Все условия для них есть. Сюда, в небольшой городок Саратовской области, попадают те, кому не нашлось места на родине. Люди бегут из-за военных конфликтов, этнических и религиозных притеснений. Очень часто у них нет не только нужных документов, но даже дополнительного комплекта одежды. Сотрудники центра делают для беженцев все возможное, но иногда ресурсов не хватает. И тогда на помощь приходят благотворители. Активная общественная деятельность. Благотворные сотрудники в связи с празднованием 25-летия центра вручаются Бибарцевому Кадасу Абасовичу, председателю Духовного управления мусульман Саратовской области. Саратовские мусульмане под руководством Мукаддас Хазрата уже давно и достаточно плодотворно сотрудничают с этим центром. Устраивают благотворительные акции и праздники для детей, привозят одежду, подарки и школьные принадлежности. Шерская общественная организация «Родник» поздравляет центр с этой замечательной датой. Мы желаем процветания, успеха всему коллективу, а в свою очередь мы будем радовать и помогать в этой нелегкой деле. Активисты вложили в этот центр частичку себя. Поэтому данная благодарственная грамота для них не просто красивая картинка, а символ давней и теплой дружбы. Помощь тем, кто волей и судьбы оказался перед лицом величайших испытаний, кто потерял свои дома и был вынужден покинуть свою родину, это благородное и священное призвание. Своим трудом вы снискали искреннюю благодарность и признательность десятков и сотен людей. Прошу Всевышнего для вас милости и блага в ваших делах, здоровья, счастья, мира и согласия вашим семьям, тепла и благополучия вашим домам. В этот день сотрудники центра услышали в свой адрес много теплых слов. Но самым главным стало пожелание мира на нашей планете. Ведь если не будет войн, то и людей, вынужденных бежать в чужую страну, тоже не будет.